Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в игру, которая называется Slay the Spire. Выберите персонажа. А у нас только один доступен, да? Ну давайте, Лотоносец. Последний солдат Лотоносцев продал свою душу, чтобы овладеть демонической силой. Пылающая кровь восполняет 6 единиц УЗ в конце боя. 6 открытий осталось и 300 до следующей разблокировки. Тогда в путь, наверное, я понимаю. И... преддверие у нас здесь. А что мне здесь нужно сделать? Так, легенда, неизвестный торговец. Нужно выбрать, наверное, тропиночку себе какую-то, по которой мы с вами пойдем, да? Ну, давайте вот эту возьмем, предположим. Побеждайте врагов с помощью карт в своей руке. Чтобы разыгрывать карты, нужна энергия. Когда карты кончаются, завершите свой ход. В начале следующего хода вы возьмете новые карты, и ваша энергия восстановится. Понятно. Когда враг собирается атаковать, разыгрывайте оборонительные карты, чтобы получить защиту. Защита снижает получаемый урон, но исчезает в начале следующего хода. Тоже, в принципе, понятно. Во время своего хода вы можете видеть намерения врагов над их головами. Если враг собирается вас атаковать, не забудьте набрать защиты. Все ясно. И у нас первый враг. Ну, давайте попробуем, наверное, ударить его. Ага, вот так мы ударяем, значит. И еще два раза могу что-то сделать, да? У нас стоит одну энергию. Так, и думаю, мы встанем, наверное, в оборону с вами. 5 защиты получаем. Завершить ход. А он меня сейчас на 11 ударит, да? Точно, ребята? Вот тогда. Ладно, тогда поехали еще разок. Отлично. Давай-ка еще. Блин, нифига не такие жирные здесь. На 7 сейчас он меня ударит. Но у меня 5 защиты, то бишь 2. Да, два урона я получил. Ход игрока. Совет. Не осталось карт. Если тянуть карты уже неоткуда, то содержимое стопки сброса перетасовывается обратно в стопку добора. Понятно. Ага, вот оно как. Раскрыть череп. Наносит 8 единиц урона. Получи, гад. И уязвимости мы ему повесили. Естественно, встаем в защиту. Все, по-моему, не могу больше ничего сделать. Вражеский ход. Рык. Ага, он себе силу повысил. На 10 атаки он будет делать. Так что давайте, наверное, мы с вами еще ударим и в оборону встанем. То есть он сейчас мне нанесет 5 урона. По идее, должно быть так. Точно. Хорошо. Так, опять мой ход. Давайте его добивать, наверное, ребят, уже. 3 хп осталось всего. Так. Добавьте карту в колоду. И нам дают на выбор карту. Так, тут 4 урона, 6 урона, плюс 2 за каждую карту. И у нас 9 урона. Давайте, наверное, вот эту вот мы с вами возьмем карту. Думаю, она нам пригодится. Так, и золото 11. Продолжаем. Ага, поднимаемся с вами выше. И тут у нас какой-то упырь. Агрессия. Хочет меня на 12 шпарануть. Ну-ка, давай-ка мы защиту поставим. Раскроить череп, может быть, ему, а? Давайте, наверное, мы так и сделаем. Замечательно. Все, больше у нас нет энергии. Всего лишь 3 энергии дают нам. То есть... хёу! На 7 ударил. Ладно, хорошо. Так, давайте мы, наверное, еще раз оборону. И еще. Так, это он меня всего лишь на 2 ударит. 10 защиты. Теперь мы будем атаковать его. Ход завершаем. Ну что ты там будешь сейчас делать? Опа! Живем, ребята, пока живем. Давайте, наверное, вот это мы сделаем. И в защиту будем вставать. Он в данный момент, что ли, оглушен, да? Смотрите, на 7 он меня хочет атаковать. Ну и что у тебя? Сгребание какое-то. Ох ты, он мне слабость повесил. Я не знаю, что это.
А, мой урон на 25% понижен. Так, хорошо, давай-ка черепом мы раскроим. И удар. Подожди, нет, лучше мы встанем в защиту. Потому что мы его не добьем, а он сейчас сделает ход. Плюс один слабость, он меня ослабляет, а? Ну что ж, давайте, наверное, его добьем. Вот так вот. Отлично. Так, 14 золота. Забираем и добавляем карту. Совет карты талантов. Эта карта таланты, когда разыгрывается, дает вам пассивную способность. Эффект от такой способности будет действовать на протяжении всего боя. Понятно. Разрыв. Вы получаете одну силу, когда теряете ОЗ из-за карты. Скрестить мечи. Можно разыграть, если в вашей руке только карта атаки. Наносит 14 урона. Разрыв. Вы получаете одну силу, когда теряете ОЗ из-за карт. И арсенал. Вы получаете 5 защиты. Улучшает карту в руке до конца боя. Давайте, наверное, арсенал с вами возьмем. Продолжить. Так, ну что, двигаемся с вами выше. И у нас цель, я так понимаю, дойти вот до сюда. Видимо, какой-то там у нас будет босс. Ух ты, это кто такой у нас? Что он там собирается делать? Наложить положительный эффект на себя, да? Ну, тогда давайте его пока бомбить. Так, арсенал. 5 защиты. Интересно, стоит ее ставить или нет? Ну, давайте поставим. До конца боя, раз у нас все это будет дело. А что такое? Выберите карту для улучшения. Ну, давай вот эту сделаем. До конца боя. Так, и атакуем его. Что он сейчас будет? Какой эффект на себя? Заклинание. Ритуал. Получает он 3 силы. Угу. Это у него за каждый бой будет 3 силы, что ли, копиться? Так. И в оборону, ребята. Завершаем ход. Что он сейчас тут? Ну, сейчас бомбанет он меня. Так, одну единичку отнял. Ладно. Ага, все-таки да. Было 6 атаки, стало 9. Давайте ему, наверное, череп раскроим. Уязвимость при этом мы ему повесили. И у нас еще есть удар. Удар навершием. Так, все, больше ничего не можем. Сейчас он мне как на 9 вжарит. Гаденыш. Так, уже атака 12 у него. Надо его добивать. Так, дело не пойдет дальше. Так, мы с вами 6 хп получаем. Эликсир сжигает все карты. Так, пейте или бросайте зелья во время боя. Неиспользованные зелья остаются у вас после сражения. Хорошо. Добавить карту в колоду. Непробиваемость. Вы получаете 30 защиты, сжигается. Наносит 4 урона, вы кладете копии. Так, и 9 урона. Так, думаю, что надо взять таран, ребят. Не знаю, правильно, неправильно, но почему-то я склоняюсь к тарану. Здесь карта эта сгорит, а эта останется. Поехали. Так, что у нас тут? Знак вопроса какой-то. Это что значит? Вы натыкаетесь на группу фиолетовых огненных духов, танцующих вокруг большого костра. Духи бросают мелкие косточки и обломки в огонь, и тот каждый раз ярко вспыхивает. Вы подходите ближе, и духи выжидающе смотрят на вас. Подношение. Получить награду в зависимости от подношения. А, я должен им карту отдать? Ну, давайте какую-нибудь самую такую хиленькую. Вот эту, например. Наносит 6 единиц удара. Подтверждаем. Вы бросаете подношение в костер. Ничего не происходит. Теперь духи вас, похоже, игнорируют. Досадно. Фигня какая-то. Ничего не дали, гады, и не вернутся. Эти духи меня просто-напросто кинули. А если бы я им хорошую карту отдал? Было бы обидно, ребят. Так, он меня хочет на 16 ударить, да? Надо обороняться. Давайте сделаем так. Теперь, наверное, мы с вами арсенал сделаем. Карту нужно. Так, оборона. Нет, давайте, наверное, все-таки атаку. На 9 будем теперь бить и ударим его. Так, завершаем ход. Ох, ща как звезданет меня. 6 отнимет, да? 6 хп. Ладно, пока еще живем. Давайте вот так вот сделаем.
8 единиц урона. И теперь в оборону. Блин, где мои все карты оборонительные? Ох, сейчас как вдарит мне. На 6, да? Опять. Что такое? Рана какая-то. Таран. Неиграбельная. Рана неиграбельная. В плане. Давайте-ка ему таранчик сделаем для начала. Ага, шикарно. И теперь в оборону будем вставать. Слушайте, в оборону я встаю, а... Что он там вообще собирается делать-то? Рана почему-то не действует. Я не могу разыграть эту карту, он говорит. Я ее и выкинуть не могу, блин. Ну давай еще раз ударим. Так, он что-то задумался, да, там? Смотрите. Деление. Зашибись, едкая слизь. Он разделился. Из одного стало двое. У каждого по 26 хп. Так, давайте-ка мы в оборону. А что он там задумался? Что он собирается сделать сейчас, интересно, а? Облизывание. Слабость. Еще слабость. Ага. Так, делаем, наверное, с вами арсенал. И вот так вот. Карта улетела у нас. Оборона 8. Так, этот у нас хочет на 7 бомбануть. А тот что-то в раздумывании. Опять облизывается и еще одну слабость вешает на меня. Едкий плевок. Хе-хе. Дудки не пробил. Так, уязвимость больше не действует. Ясно. Давай-ка вот так сделаем. Что нам взять-то? Вот эту карту возьмем. Так, и удар. Добьем одного слизняка. Так, в оборону встанем. На 10 хочет. Сейчас пятерочку он у меня отнимет. Кстати, хп у нас, ребята, не восстанавливается после каждого боя. Вот что я заметил. Так, ну-ка, давай так бомбанем. Черт, у меня очень мало энергии. Что бы сделать-то, а? Ну, понятно, череп ему не раскроить. Энергии нету. Хорошо, давайте тогда, наверное, завершать ход. Что он там? Облизывание опять на меня слабость вешает. Хорошо, ладно. Что нам дали? Так, таран. Ну, давайте его таранем. Выбираем карту. Раскроить череп. Так. Он меня хочет на 7 ударить. Давайте мы встанем, наверное, с вами в защиту. Так, арсенал. Улучшим с вами. У нас только атака. Да. Игра-то, ребятушки, нужно думать здесь. Тебе не хухры-мухры. Едкий плевок. Отбили. Новый ход у нас. Так, череп раскроим. Шикарно. И надо, наверное, ребята, его добивать. Все. Очень даже хорошо у нас получилось. 20 золота мы получаем. И карту добавляем. Ярость. Так, получаем 4 защиты. Так, тут получаем 8 защиты и 7 защиты. Нет, ну карту мы сжигать, конечно, не хотим с вами, да ведь? Давайте ерунда возьмем. Поехали дальше. Так, костер у нас тут какой-то. Что же мне сделать? Отдыхать или ковать? Очень интересный вопрос ты задал, конечно, мне. Давайте ковать. Хотя отдых бы нам тоже не помешал. У нас очень мало хп. Что тут будем делать-то? Ковать. Ну, давай, предположим, вот эту улучшим. Что он дает? Вы получаете 11 защиты и берете одну карту. Подтверждаем. Улучшили, короче. Все ясно, поехали с вами дальше. И у нас тут дорожка расходится. Здесь какой-то злой монстр. И по этой дорожке у нас, смотрите, сундучок какой-то будет здесь. Сокровище. А здесь только костерчик. Здесь еще торговец будет. Давайте сюда пойдем с вами. Ого! Так, ну-ка давайте-ка, наверное, мы с вами... Так, у него какая-то там стратегия в голове. Вот так вот бомбанем. Слушайте, я думаю, что... Ерунду, я даже не знаю. Ну, давайте испробуем. 11 защиты мы получаем. Что он сейчас будет делать? Что-то там... Ага, это как босс. Бешенство у него какое-то. На 14 он хочет меня звездануть. Так, делаем себе защиту. Ребята, обязательно защиту. Так, какую карту? Давайте, наверное, вот эту вот улучшим. Раскроить череп.
Ну-ка. Получил свою, гад. Все, энергии больше нету. Что он сейчас делать будет? Звезданет меня, конечно. Так. У нас есть таран. 9 урона. Слушайте, он довольно жирный, этот гад. Может быть, я зря, конечно, пошел по этой дорожке. Слушайте, он получает силу за то, что я на себя применяю карты, по-моему, да? Ёлки-палки. Ну, давай таран еще звезданем. Защиту. На 18 он меня сейчас звезданет. Ого, это будет минус 13 очков сейчас. Обалдеть. Так, следующий у него ход на минус 10. Давайте делать защиту себе. И улучшаем вот эту карту. Еще защиту. Да, ребята, я ставлю себе защиту, у него повышается урон. Для разыгрывания карт нужна энергия. Да, я понял, что энергия. Не досмотрел просто маленько. Так, сейчас он меня на 3. На 3 ударит. На 2. На 2, да, ребята. Фу, даже вообще не пробил меня, но зато повесил уязвимость. И у него 24 атаки. Ё-моё! Это очень плохо. Так, давайте вешать ерунду на себя. Блин, у него 27 уже атаки. Ух, по-моему, я здесь, ребята, проиграл. Надо было его атаковать, наверное, а я защищался. Тридцатник. Все, сейчас он меня просто убьет. Да, а я этого не знал просто, не подумал. Пролом черепа. Нет, я еще выжил. Но 31 урона я ему навряд ли нанесу, ребят. Не получится. Как ни крути, и защита мне уже здесь тоже никакая не поможет. Так что все это бесполезно. И энергия кончилась. Все. Сейчас он меня звезданет. Поражение. Слушайте, ребята, а мне понравилась эта игра. Я не знаю, как вам. Вы пишите в комментариях. Стоит ее играть дальше, не стоит. Но мне понравилось. Я бы не прочь поиграть дальше. Новый персонаж у нас с вами открылся. Ха-ха. Так что здесь, ребята, смерть. Как говорится, это еще не самое страшное. Здесь можно, видимо, выбирать еще. Вот, смотрите-ка, открылся персонаж, действительно. Безмолвная. Так, а это вот мы были. Охотница из туманных земель. Уничтожает врагов с помощью кинжалов и ядов. Типа ассасинка. Так, берет две дополнительные карты. Ну, в общем, ребят, на этой ноте я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Лайк, если понравилось. И увидимся уже в следующих видосиках с вами.